Вот, а здесь у меня выводной инкубатор. Так. Вот это. Процесс вывода здесь происходит. В нем основной там он поворотный инкубатор. А здесь вот я уже последние двое суток, они у меня яйца находятся вот здесь. Так, этим цыпляткам 3 недели. Вот, а над ними только что выявились, которые еще только, вон еще не обсохшие есть, а вот только-только обсохли. Вот им водички уже поставил первые сутки, а то некоторые говорят, что там чуть ли не 2 суток их не поят, цыплят не кормят. Вот. И вот так вот насыпал пока 5, и вот так вот их приучать. Вот они первые не знают, где что. Так насыпать можно, оно просто останется. Это. Видите, вот так вот их, когда они еще не кушали ни разу, не ели. Вот так вот. Вот они начнут сейчас кушать. Вот, смотрите. Вот, вот уже, вот. Начинают клевать потихонечку. Вот эти вот сейчас научатся клевать. Несколько, там 2-3 цыпленочка научатся клевать. Потом, глядя на них, и остальные, вот которые обсохнут, они тоже подойдут и тоже будут кушать. Вот так. Это вот первые часы жизни нового выводка.